Апатитская Кировская больница переходит на выдачу электронных больничных. 30% от общего числа листков нетрудоспособности уже оформлены через информационную систему. Жители наших городов все чаще выбирают новинку. Современный метод существенно экономит время. Система заработала с середины января. На текущий момент из 900 больничных более 300 оформлены в электронном виде. Получить такой больничный может каждый. Необходимо, чтобы ваш работодатель заключил соглашение с фондом социального страхования. А далее все элементарно. Врач в электронной системе заполняет данные в листке нетрудоспособности. Продолжает или закрывает больничный. И отправляет фонд, а тот работодателю. Таким образом, участие пациента, очередь за печатью, подписью и обращение в отдел кадров уходят в прошлое. Это просто благо для нас. Это уменьшение траты времени, когда его можно потратить на что-то другое, полезное для пациента. Хотелось бы, чтобы работодатели, особенно муниципальные учреждения, органы здравоохранения, еще мы просим всех бюджетных организаций участвовать в этом, потому что у них уже у всех установлена эта программа, которая считывает эти электронные листки нетрудоспособности. Помимо экономии времени и удобства, электронные больничные нельзя подделать, потерять или испортить. Исключены ошибки в заполнении. Система просто не примет документ с неправильными данными. Недавно новинку попробовала наша коллега, журналист редакции Арина Когилева. Сначала приятно удивлена, когда на продление больничного меня не отправили в 102-й кабинет, а прям все в электронном виде оформили и сказали, что мне никуда идти не надо. Ну а второй приятный, опять же, сюрприз ждал, когда закрывался больничный. Оказалось, что опять никуда идти не надо. А на вопрос, когда он будет на работе, когда его переправят, сказали, а он уже в системе. То есть все, они оформили, закрыли, и это тут же попадает в систему. Конечно, это очень удобно. По словам медиков, система только внедряется. Некоторым пациентам привычнее держать в руках бумагу, но современный метод удобен и экономит время. Электронный больничный – часть медицинской информационной системы, в установке которой финансовую помощь Апатитско-Кировской больнице оказала компания «Фосагра».